Привет, друзья! Сегодня будем делать hard reset для Elite FS серии. Значит, как это делается? Выключаем наш прибор. Предварительно также копируем все на SD-карту, нашу необходимую информацию. Рыболовные точки и маршруты, пути. Прибор выключили. Держим кнопки плюс и минус и включение. Также ждем, пока он пропищит. Прибор пропищал. Все сбросилось. После перезагрузки прибор войдет в сервисный режим, после чего его нужно будет заново настроить. После настроек обратно копируем наши точки и прибор как новый. Надеюсь, видео было полезным. Спасибо за внимание.